Правительство Тверской области запускает программу поддержки молодежных проектов, которая будет действовать для поддержки местных инициатив. Когда она именно начнет работать в нашем регионе, как будет действовать и в чем ее суть, рассказал губернатор Игорь Руденя в интервью нашему корреспонденту. Совершенно новое направление программы поддержки молодежных проектов будет реализовано в Тверской области с 2025 года. Жители региона в возрасте от 14 до 35 лет включительно смогут представить свои идеи по развитию территории в своих муниципалитетах. При этом, чтобы проект получил статус молодежного, количество молодых людей должно составлять не менее 60% от общего числа участников собрания, посвященного реализации инициативы. Считаю, что очень хороший проект, и будем поддерживать молодежь нашу, которые будут реализовывать эту программу с поддержкой правительства Тверской области. Кроме того, в Тверской области внедрены специальные программы поддержки школьных и студенческих инициатив, позволяющие учащимся школ, колледжей и вузов вносить личный вклад в создание комфортных условий в своих образовательных учреждениях. И примеры уже есть. В этом году впервые в общеобразовательном учреждении Твери в школе под номером 36 в рамках программы поддержки местных инициатив начали установку многофункциональной спортивной площадки. Эти проекты можно реализовывать на территории и общеобразовательных учреждений. Мы загорелись этой идеей, времени было очень мало, но попытались, успели и справились с поставленной задачей. Являемся пилотной школой по реализации подобных проектов. Программа поддержки местных инициатив действует в Тверской области с 2013 года. Уже выполнено 2413 проектов. Объем средств областного бюджета, направленных на их реализацию, составил 1 миллиард 400 миллионов рублей. Например, жильцы домов на Первой Суворова в Твери из года в год объединяются для участия в программе. Все началось с устройства спортивной площадки, а затем была перенесена контейнерная. Теперь привели в порядок придомовую территорию и тротуары. Прежде чем приступить к укладке асфальта, мы заменили трубы холодной воды, дом 11 и 9. Они были очень изношены, происходили аварии, здесь несколько раз копали, поэтому мы вовремя вложили новые трубы, чтобы здесь больше никто никогда ничего не копал. В трубы положили пластиковые, они вечные. До конца 2024 года в регионе будет реализовано в общей сложности 289 проектов. Это очень интересное, востребованное направление работы. Оно максимально просто в подаче заявки, получении средств и реализации. И самое главное, что результат виден людям. Это такая работа для того жизненного пространства, где мы все находимся. Это дворы, это общественное пространство для ребятишек, это школы, спортивные учреждения, для молодежной программы, это уже общественные места и культурные события. В программе участвуют все муниципальные образования Тверской области. Наиболее активные из них – Андреапольский, Весьегонский, Вышневолоцкий, Лихославльский и Старицкий округа.